Мы сегодня последний день в этом месте находимся, в Восточном Тиморе. И было так грустно уехать отсюда и не попробовать местную рыбу, вот такую свежую, которую тут продают. А продают тут рыбы очень много, и мы каждое утро видим, как ее ловят, и днем видим, как ее ловят, и вечером. То есть рыбы тут дофига. А поесть ее жареной нам не удалось. Ни вареной, никакой. Ходили вот когда в китайский магазин, ресторан, дали нам кусок рыбы, который мы не поняли вообще, что за рыба. В общем, мы сегодня пошли искать ее. Пришли сюда на фиш-маркет, и там рыбы вот завались, я нафотографировала, в репортаж поставлю, но нигде нет приготовленной. Тогда мы вернулись к себе в отель, вот мы сейчас находимся в том месте, где мы завтракаем, и спросили, а у вас есть местная рыба? Да, конечно. А можно заказать? Да, да. Что хотите, можно суп заказать, можно там жареное. Ну, давайте нам тогда две тарелочки супа и жареную. Она ничего не сказала, мы тоже ничего не сказали. Ну, мы так себе представляем, что такое тарелочка супа. Она несет вот эту вот огромную, вот эту утятницу, и мы не можем вообще понять, что это такое. Притом, как бы, как вариант, подумать, что это жареная рыба, я не могу, потому что она не жареная. Но подумать, что это суп, я тоже не могу, потому что я в жизни такой суп не видела. Притом тарелки она нам не принесла, вот только одну утятницу. И муж такой говорит, а что это? Она говорит, фиш-суп. Потом она принесла эти тарелки, принесла половник, и мы поняли, что у них вот так готовят фиш-суп. Короче, мы охренели. Я не знаю, будем ли мы как бы доедать его, да, ну, в состоянии ли мы его доесть, но его даже положить в тарелку, я думаю, затруднительно, потому что ну, вот целую эту рыбину. Думаю, рыбу надо класть в тарелку, потом наливать это. Да? Конечно. Ну, я попробую, но я без головы ее положу, потому что я голову все равно есть не буду. Поэтому я сейчас голову отрежу. И без головы положу. Без головы она уже более-менее, как бы это, небольшая, не такая большая. Так, голову я отрезала. И кладу рыбу. Так. Тут, в принципе, если грибы тут лежат, никогда грибы у нас не кладут в это, в рыбный суп. Вот, морковка, зелень. Андрюш, тебе столько хватит? Я думаю, да. Ну, если не хватит, то еще будет добавка. А ты мне, что ли? Конечно. А без головы, да? Без головы. А зачем ну, тебе голова? Если голова, я потом это... Да, если захочешь. Да. Я уж потом себе положу. Я сейчас из твоей тарелочки чуть попробую, чтобы это сказать, что тут на вкус. Потому что грибы с рыбой я еще вообще в жизни никогда не ела. Ну ничего, неплохо. Я бы еще поперчила. Ну так возьми. Да, я так сделаю, поперчу еще вот перец. Вот, и все нормально. В общем, я думаю, еще и второе блюдо придется показать. Я думаю, они еще что-нибудь придумают невероятное. Вот так взять и в рыбу грибы, и вот так ее принести. Это надо придумать. Всем привет из Восточного Тимора.